Тема 683. Торты по диете Дюкана. Чем для нас, бизнесменов, хороши люди, помешанные на чем-либо, на диетах, на вегетарианстве, на собаках, на айфонах и товарищ поселок, они не откажутся от своей привязанности даже в самые трудные для себя финансовые времена. А чем конкретно хороши любители всякого рода диет? Тем, что крупные производители о них пока не заботятся. Им не до этого. Они ориентируются исключительно на массового потребителя, того, кто хочет сытно, вкусно и дешево поесть. А что делать худеющим, для которых очень важна калорийность и точное соотношение белков, жиров, углеводов? Например, люди, сидящие на диете Дюкана, заботятся не просто о калорийности принимаемых блюд, но и об их составе. Диета Дюкана предполагает потребление на первом этапе диеты исключительно белковой пищи. Причем, Дюкан составил конкретный список из 72 продуктов, которые худеющим в этот период нужно употреблять. На следующем этапе можно добавлять 28 видов овощей. И так далее. Ограничения, ограничения, ограничения. Как начинаешь лезть в эти дебри, думаешь, как сложно. Не проще ли просто меньше есть и больше двигаться? И как же сложно придерживающимся диеты Дюкана составить себе ежедневное меню, чтобы и поесть по-человечески, и не сойти с дюкановских рельсов. А ведь хочется и сладкого поесть, без него никуда, и мозг питается. Одна девушка из Санкт-Петербурга, Екатерина Марченко, решила помочь тем, кто сидит на диете Дюкана и хочет позволить себе вкусный десерт. Она стала печь торты, которые как раз для такой категории граждан и подходят. Они не просто диетические, они созданы по полным постулатам Дюкана, для того, чтобы худеющие могли спокойно их есть. Например, шоколадный чизкейк. По описанию создателя, он кроме шоколадного коржа и воздушного творожного слоя содержит один норму от рубей и один доп, не знаю, что такое доп, в дюкановской диете, возможно, это просто какой-то дополнительный разрешенный продукт. Также этот торт без клейковины. Изолята. Его можно есть на чередовании в боиче до дней. Вот в этом только пользователи диеты Дюкана могут разобраться. То есть производитель делает торты и уверенно заявляет приверженцам диеты Дюкана, что они могут его есть, после уплаты 1100 рублей. Или торт, трюфель. Весит 900 грамм. Содержит 2 нормы от рубей, 2 допа. БЖУ на 100 грамм, 12,5-6,11,7. Стоит 1100 рублей. Нормальный человек в этих атрибутах и не разберется. Что лишний раз доказывает, что для ценителей диеты Дюкана эти значения очень важны, иначе зачем эти данные нужно было указывать и морочить нормальным людям голову. Создательница сладкого диетического бизнеса продает свои торты со своей странички ВКонтакте, vk.com/radusertchairaparenthesis, и, судя по всему, все ее торты раскупаются, частенько тому или другому человеку тортов не хватает. Кстати, она очень интересно придумала продавать торты о сорте. Чтобы покупательница могла за один раз попробовать все торты, или почти все, сразу. Такой тортик стоит подороже, 1300 рублей. Честно сказать, такой тортик я бы и сама купила, хотя я не сижу ни на какой диете, просто не люблю жирные и искусственные торты, которые продаются в наших магазинах. А некоторые девушки из других городов, не Санкт-Петербурга, просто призывают кого-нибудь, местных предпринимательниц или саму Екатерину,
заняться. Подобным бизнесом и у них в городе. Кстати, Екатерина проводит и регулярные мастер-классы, где показывает участникам, как печь те или иные диетические торты. Вот это фото с последнего мастер-класса, который, кстати, стоил для каждого участника 3500 рублей. Ну, прямо не бизнес, а настоящий праздник. Если вам доступна аналогичная, приверженная чему-то аудитория, вы можете использовать ее пристрастие для создания подходящего бизнеса. Не обязательно это могут быть сидящие на диете люди. Но диеты – это неплохо. Потому что людям нужно есть каждый день, им очень трудно подобрать еду с нужными характеристиками, и никто, кроме предпринимателей, им в этом не помогает. А диет разных – очень много. Не только для похудения, но и при всяких болезнях. Есть диеты для молодых, для пожилых, для мужчин, для ленивых, для живота и для поджелудочной железы. Сколько диет, столько может быть подходящих ниш. Вам нужно только вникнуть в выбранную вами диету, научиться считать нужные цифры для характеристики приготовленной вами еды, чтобы сторонники этой диеты точно знали, что вы готовите именно для них, вашу еду есть безопасно и с нее они не потолстеют, или не испортят что-нибудь в своем организме. А дальше, дело техники. Изготовление, прием денег и доставка. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.